От инженера-технолога до начальника цеха Алексей Овчинников закончил УЛГУ по специальности физик металлов. Сразу после университета молодого специалиста пригласили на работу на завод «Искра». За несколько лет Алексей прошел путь от инженера до начальника участка, заместителя цеха и, наконец, начальника. Под его руководством работает 70 человек. Занимаются сборкой корпусов изделий для оборонно-промышленного комплекса. На заводе работаю, потому что это стабильная заработная плата, это развитие. Это интерес по большей части к работе, потому что очень много технологий, новых технологий, которые интересно даже изучать. Многие работники завода – выпускники местных вузов. Самому младшему сотруднику 23 года. В этом убедился и глава региона Алексей Русских во время посещения предприятия. На рабочей встрече с директором завода Русланом Тарасовым вопросы подготовки кадров и трудоустройства стали главными. Ульяновская область входит в десятку регионов с самым высоким оттоком населения. В правительстве разрабатывают программу, которая поможет закрепить выпускников учебных заведений в регионе. Но сегодня на предприятии работает, если быть точным, около 70% молодежи. А сколько всего работают? 800 человек на сегодня, но сегодня мы вот приобрели еще один корпус бывшего завода «Искра», и сегодня делается реконструкция и создание новых производств под новые проекты, спецпроекты, где нам необходимо еще принять около 300 человек. Также на предприятии развита система наставничества. Новых работников всех технологиям производства обучают старшие товарищи. Для обучения специалистов под нужды завода работают две базовые кафедры в ульяновских вузах. Анна Тищенко, Управда ТВ.